Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы сейчас находимся на Адам Латаши, около культурного центра Алании. Многие из вас спрашивали, как же проходит культурная жизнь в Алании, есть ли что-то интересное. И я хочу вам сказать, что культурная жизнь в Алании сосредоточена в основном вот в этом здании, в культурном центре Алании, где проходят многочисленные выставки, концерты, какие-то презентации. Здесь также есть консерватория. Поэтому, друзья, сейчас уже конец осени, начало зимы. И именно в этот период будут проходить многочисленные культурные мероприятия, потому что летом, вы сами понимаете, много туристов, все на пляже, и так или иначе особо культурных мероприятий нет. Ну а осенью и зимой в культурном центре Алании проходит очень много мероприятий, поэтому обязательно приходите, следите за программой. Культурный центр Алании находится прям напротив, вот вы видите, аквапарк, магазин «Мигрос». Здесь есть кинотеатр «Адам Латаш». И если вы пойдете прямо, там будет музей, канатная дорога и уже пляж «Адам Латаш». Ну, а сегодня я вам покажу культурный центр Алании и как он выглядит, и что здесь планируется в ближайшее время, зимой. Вот здесь есть такая интересная телега. Давайте посмотрим, что же это такое. А, смотрите, это Military Cooking Wagon. То есть это была такая передвижная военная кухня 1910 года, она, представляете? А, и она использовалась, вот написано внизу, для того, чтобы готовить еду в войне при Чанак-Кале. Посмотрите, какая... Но она, конечно же, отреставрированная. Вот так вот, друзья, выглядела полевая кухня, или как правильно это называется. Вот здесь, на входе, в фойе, можно так сказать, культурного центра, обычно проходят различные презентации, выставки. Также здесь проходил конкурс поваров Алани. Ну, в общем, очень много чего интересного. Также вот здесь можно посмотреть, что у нас будет в ближайшее время в программе. Как я уже говорила, зимой проходит много разных интересных театральных представлений. Вот вы видите, здесь для взрослых, а есть еще театральные представления для детей. И чтобы знать, какие театральные представления проходят в Алании, заходите вот на этот сайт Biletix. И там вы можете узнать, какие именно театральные представления проходят в Алании и непосредственно в культурном центре Алании. Зимой для детишек организуют очень-очень много разных театральных представлений. Ну, а для взрослых проходят концерты, презентации, ну и, конечно же, различные выставки, в которых участвуют, кстати, и иностранцы. Скоро будет выставка, в которой будут участвовать все иностранцы города. На входе... Вот вы видите, здесь немножко обновили, кстати, культурный центр. О, Енигашей. Все обновили, друзья, я даже не видела. На входе сделали вот такую вот красивую мозаику. Здесь находится у нас ресепшн, где можно купить билеты. Также здесь можно найти наш журнал. И можно найти журнал мэрии Алании, где вы можете узнать последние новости и вообще все, что происходит интересного в Алании. В фойе есть вот такая вот шкаф для книг, которые вы можете принести, если вам эти книги не нужны. Очень красиво здесь все поменяли, конечно. И, друзья, как я вам уже говорила, вот здесь хорошо, что сделали, находятся афиши ближайших представлений. Давайте пойдем наверх. В культурном центре Алании, кстати, два зала. Большой и маленький. Большой зал на 550 человек, маленький зал на, по-моему, 200 человек. Здесь также, как я уже говорила, есть консерватория, проходят различные курсы по дикции, по игре на гитаре. Здесь также есть выставочный зал.
Вот сегодня проходит выставка. Посвященная освободительной войне в Чанаккале. Как я уже говорила, друзья, следите за обновлениями на сайте Белидье. Там всегда есть информация о ближайших выставках, театральных представлениях и концертах. И давайте я вам покажу, как же выглядит большой зал. Но здесь темновато, конечно, сейчас. Ой, зал тоже, кстати, обновили. Вот так вот выглядит концертный зал. Здесь сейчас никого нет, темно. Но сегодня вечером здесь уже будет концерт. В общем, культурный центр, друзья, полностью отреставрировали. После реставрации здесь еще не была ни разу. Так вот все это дело выглядит. Кстати, в Алании есть хор иностранцев. Есть театральная студия, где участвуют иностранцы. Как я уже говорила, проходят выставки с участием иностранцев. В общем, много-много всего интересного. Ну, а мы пришли на мероприятие. И наше мероприятие будет проходить в маленьком зале. Про это мероприятие я вам расскажу после его окончания. Айхан, как всегда, в работе. Телефон к уху прилип. Ну, а мы находимся на входе. В общем, маленький зал выглядит вот таким вот образом. Народ только собирается. Еще не началось, но я вам расскажу вкратце, в чем суть. Сегодня проходит переизбрание президента туристической ассоциации Алании, именно той ассоциации, которая отвечает за туризм в Алании, за развитие туризма, за то, чтобы приезжало больше туристов в Аланию. Сейчас президентом этой ассоциации является мэр города Алании Адам Мурат Юджин, и сегодня будет переизбрание. Насколько я знаю, каждые 3 года переизбирают. И что самое интересное, сегодня, друзья, самым активным иностранцам, которые занимаются тоже развитием туризма в Алании, так или иначе, у кого есть свои журналы, блоги, группы в Фейсбуке, ВКонтакте, ну, тот, кто активно участвует и рассказывает людям о том, что происходит в Алании и в Турции, сегодня иностранцам будут выдавать награды за развитие туризма в Алании. Нас 3 или 4 человека. Я вас со всеми после мероприятия познакомлю. Ну, а сейчас пройдемте. Мероприятие уже начинается. Оставайтесь со мной. Я думаю, что вам будет интересно так же, как и мне. Сейчас показывают слайд о том, как представители Алании участвуют в международных выставках. Здесь также присутствуют представители ассоциации ательеров Алании. Ну и, как я уже говорила, будут вручать награды и переизбирать президента туристической ассоциации Алании. Tanıtım filmi, fotoğraf çekimi hazırlaması ve dağıtımı, reklam billboard çalışmaları, halk ilişkiler çalışmaları, basın grupları. В Алании также снимают клипы многие популярные артисты. Например, вот этот клип, снятый популярными певцами из Болгарии. Много русских певцов. В последние годы приезжали певцы из Сербии и из других стран. Сейчас мэр Алании произносит
предвыборную речь. Скорее всего, его выберут опять на пост президента Ассоциации туризма Алания. Vizyonu ve çabalarıyla kurulmuş olan Alanya Turizm Tanıtım Vakfı, turizm sektörünün içinde bulunduğu zor koşullara rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyor. Сейчас идет голосование за новый состав Ассоциации Туризма Алания. Все поднимают руки. Все согласны. Началась церемония награждения за вклад в развитие туризма Алании. Bahsettiğimiz yeni Alanyalılar, 3 tane burada yeni Alanyalımız var. Kendileri Alanya'da yaşıyorlar. Fakat sadece yaşamakla kalmıyorlar. Alanya'yı her türlü kendi basınlarında, kendi ülkelerinde reklamları için canı gönülden çalışıyorlar. Bulundukları sosyal sitelerde Alanya'nın tanıtımı için elinden geleni yapıyorlar. Bu 3 güzel insana lütfen özel bir alkış istiyorum. Birkaç cümle söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. My heart lives in Alanya. Öncelikle biz Vladimir ve Andrew çok çok teşekkür ediyoruz bu plaketler için. Bizim için bu çok önemli. Ve biz Alanya tanıtım her gün yapıyoruz. Sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'ta, ВКонтакте, her gün tanıtım yapıyoruz ve herkes soruyor, siz neden yapıyorsunuz? Ve biz diyoruz, biz bu tanıtım yapıyoruz çünkü biz Alanya seviyoruz. Burada yaşamak istiyoruz. Burada daha turistler gelsinler istiyoruz. Ve Taylan Bey önce de bir şey söyledi. Taylan Bey ne? Ve ben ona ve yabancı arkadaşlar Vladimir ve Andrew biz katılıyoruz. Altaf Alanya Belediye çok iyi iş yapıyor, çok iyi tanıtım yapıyor. Ama buraya gelip insanlar ne kadar mutlu olacak ve ikinci, üçüncü ve her sene gelecekler mi, gelmek isteyecekler mi? Bunu da çalışmak lazım. Bu yüzden biz hazırız. Alanya'da yaşayan yabancılar, bizde de fikirler var. Biz de katkı, turizme katkı yapmak istiyoruz. Biz hazırız. Siz bizden fikir almak isteyeceksiniz. Biz her zaman açığız. Çok çok teşekkür ederim. Andrew, you have yes. How you get? It's a plaque of trophy. Honor. Trophy. It's a well. It's a trophy. It's a an award. An award. That's the correct word. My English is terrible. What is your emotions? What are your emotions? I'm very emotional. I love this country. I love this city. And to be given an award from this city, really, is brilliant. I can't say it because I'm right. Друзья, кто не знает Эндрю, он нас. What can I say about you? I just want to say to the Russian people. I'm just a busy person who wants everybody to be happy. Эндрю из Англии. Он живет здесь уже больше 6-7 лет и участвует. Очень участвует много в общественной жизни Алании, организует различные социальные проекты, курсы, в общем, все. Один из самых активных людей, которые продвигают Аланию.
Поэтому, друзья, если вы будете в Алании, также Сэндрю можно выучить и попрактиковаться бесплатно в английском языке. У них есть клуб Strictly Talking English. У них есть клуб, называется Strictly Ballroom Dancing. А, еще и танцевальный клуб. В общем, друзья, нам нужно отдельно сделать интервью. New Alanian Singers, my choir. Еще есть и хор. В общем, сделать... I say we have to make separate interviews. Yes. В общем, нужно сделать отдельное интервью, поэтому... Anytime. Да, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, увидите все самое интересное. Я Владимир. Я думаю, что многие знают Владимира по его группе ВКонтакте, в Фейсбуке. Как группа называется? Турция Алани Махмутлар, начало новой жизни. Если хотите знать все про Аланию, добро пожаловать в эту группу. И Владимир также получил у нас, как это называется, твоя неграмота? Приз. Премия. Ну, приз. Приз, да, за плакат. За, приз просто за развитие туризма. Да, за вклад в развитие туризма. В общем, мы очень рады. Какие у вас... Эмоции. Будем продолжать дальше работать. Да, будем продолжать работать в ВКонтакте. Как у вас группа называется? Так же. В общем, ВКонтакте, Фейсбук, в социальных сетях по развитию рекламы Алании. Да. В описании к этому видео я оставлю ссылку на всю группу, поэтому обязательно заходите, спрашивайте. Владимир, чем сможет, поможет, так же, как и мы. Вот так вот проходят торжественные, точнее официальные собрания в Алании. Я думаю, что вам было интересно узнать и про культурный центр Алании. Ну а сейчас, друзья, мы отправляемся на пляж Дам Латаша. Оттуда будет прямое включение, но уже в Фейсбуке. Поэтому, кто еще не подписан на нашу страничку в Фейсбуке, чтобы смотреть прямые включения, подписывайтесь. Ссылка в описании. А также, друзья, не забывайте, что уже в ноябре начались бронирования отелей и билетов. Сейчас самое время покупать, потому что дешево. Чем ближе сезон, тем дороже будут путевки. Поэтому, если вы хотите найти дешевые отели и билеты, также смотрите ссылки в описании. Надеюсь, что вам поможет. Ну, а я с вами прощаюсь. Переходите на страничку в Фейсбуке. Подписывайтесь на Facebook и смотрите частые прямые включения из Алании с пляжа. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь и ждите новых видео. Пока.